Мне написала одна женщина из Бахчисарая. В школе ее 6-летнему сыну дали домашнее задание выучить стих под названием «Я русский по духу». Она сказала, что запретила сыну учить это стихотворение. Но теперь она опасается реакции руководства школы и сомневается в правильности своих действий. Я считаю, что любое противостояние этой пропагандистской машине – это борьба за нашу свободу.